Всем приятной жизни, это шашлык. И мы продолжаем играть в Skyrim. Так, дайте вспомнить, что мы делаем. Поджигай, найти песни о короле Олафе. Угу. Это мы хотим к бардам попасть. Так, окейушки. Вот тут кнопочка. Блин, я видел эту кнопочку, но все равно наступил, типа, позырить, что она делает. И второй раз наступил, уже не специально хотел перепрыгнуть, но не прожал пробел. Устрада, борода. Так, дайте душу у них пособираю. Вот, мне просто надо чариться. Кстати, еще камушки душ. Нормально. Фусрода, борода, борода, фусрода. Фусрода, борода, борода, эй, гуга. Нас мантин тужай. Миндивай триш, харидиш, давакин, давакин. А нахрена я сюда прыгнул? Не пойму, нифига. Но, наверное, прикольно. И зачем я прыгнул? Нифига не пойму. Ну ладно, насрать. Вот сюда я пойду. Какого хрена вообще? Душу сперли. Твою мать, меня замораживают. Так, ну я вроде бы чьи-то души еще поглотил. Так что нормально. Устрада, борода. Борода, фусрода. Духейроб, пахейра. Энрухей, гугей. Нашманди дубай фирамидос. Радикос. Давакин, давакин, нас щитит ты Скайрим. Оминай, окуль, и куда-то настраль. Анфинору файраль, добихонти бизань, товакин, пахи, дураль, дудраль. Торитой, 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 рититой, торитой, рит бахей, ропинжу. Эй-ху-эй! Ненавижу я вот такие вот эти, но у нас, к счастью, есть эти. Твою мать, блин! Кастанул. Сейчас отжиматься опять. Ой, давно я, кстати, не отжимался. И где я сохранился это в крайний раз? Ладно, сейчас сначала пройду эту штуку. А, ну я здесь сейчас сохранился, да? Это не считается. Ну, я сначала пройду эту штуку, а потом сохранюсь, чтобы за нее 5 раз не отжиматься за одну. Вот. Давай лучше в Обливион. Я живу. Я выжил. Прикольно. Так, ладненько. Сейчас жиману, короче, и этот самый. И продолжим. Сейчас. Так, отлично. 15 раз отжался, 15 раз сделал пресс. И можно продолжать. И можно продолжать. Фусрада. Борода. Борода. Фусрада. Фусрада. Борода.
Борода, фус, рода. Так, пентаграмма душ. Пентаграмма душ, это, конечно, хорошо. Но не очень. Ой, а тут какая-то зачарование лежит на этой двери. Чё-то я очкую, ребята. Дверь запечатана магическим барьером. Чё ты там хотел кинуть? Крикнуть. Во, душу его сперли. Хе-хе-хе-хе. Так-то. Душу его сперли. Блин, у Драгура военачальника никакого лута, ничего нету. Ля, короче, коврик, кстати, для пресса один фиг сам свернулся. Ну, я его. Беспокойный драур. Минус. Так. Вот, кстати, уже там внизу находится этот наш чувак, которого мы. Маленький камень душ. Обычный камень душ. Свиток круг защиты. Драгур. Усрадо. Бродо. Борода, фусрада. Так, ну судя по тому, что нам рисуется сюда, потом якобы туда. Так, дайте я сохранюсь. Вот не надо только колдовать, а? Давайте без этой фигни. То они, блин, колдуют. Тоже мне колдуны. Не надо. Без колдунства, пожалуйста. Так, все, с драугарами разобрались. Я тут хотел посмотреть, что в этом сундуке. 12 золота. Гениально. Конечно, вот Skyrim в плане лута он вообще не радует. То есть так глупо сделано. У меня уже там 80 тысяч. Я уже весь такой крутой. Там большой уровень у меня. В сундуках попадается 12 золота. Или там какие-нибудь стрелы. Или какой-нибудь там железный шлем. Ну вот зачем это так сделано? Я не понимаю. Фусрадах. Бородах. Так, ну тут вроде ничего нет. Я так понимаю, нам надо вот эту цепь активировать, и мы вниз сможем пройти. Опять Толя плачет. Так. Продолжим. 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 Блин, сейчас микрофон настрою, чтобы мне удобно было. Во, вот так вот ништячок. И все. И ништячок. Так, ну, видимо, тут внизу сейчас что-то будет. Что-то тут внизу должно быть. Что, под лестницу даже сундук не запихали? Обычно они любят под лестницей всякие ништячки прятать. Но, видимо, не в этот раз. Так, рукоятку активировали. Что нас ждет тут? Ты вот кто вообще такой? Чего? Почему у меня такое ощущение, что он должен мне что-то сказать, этот призрак? А он мне ничего не говорит. А? Призрак, ты мне должен что-то сказать? Песнь о короле Олафе. Так, ну берем. Ой, что-то тут какие-то ноты странные.
Все почеркано. Или это не ноты, а стихи. И чувак исчез. Свакнер. Это, наверное, вот этот и был Свакнер. Типа его дух. Так а где выход? Я что-то не понял. Обычно в Скайриме в конце подземки есть, ну, быстрый выход. Что-то я не понял. Мне предлагают идти хрен знает как обратно. Но может быть вот здесь есть выход. Ну, то есть тут это единственный вариант. Бля, да ладно, неужели нет выхода? Я не хочу лазить по подземке и идти обратно далеко. Это тупо скучно. Так, а тут? Ну, вот мне как бы сюда. А, там была дверь, которая была запечатана, стопудняк. О, дверь эксперта. Давайте откроем. Есть. Так, взлом прокачали, здоровски. О, мастер. А кто круче, эксперт или мастер? Ну, судя по тому, как мы взламываем, мастер покруче будет. У нас на него больше ушло времени. И сейчас вот железный шлем, булава стеклянная. Ну, хоть великий камень душ, хоть что-то. И отмычка. Ну ладно, хоть великий камень душ. И то дело. Так это подождите, это вот эта вот нычка и была, да? То есть это не выход нифига. Да, это не выход, это вот эта нычка. Блин, вот отстой. Но я не верю, что тут нет выхода. В Скайриме всегда в конце туннеля должен быть выход. Тут его нет. Может, я не все обшарил? Блин, походу реально нету выхода. Писец, это мне идти теперь пешком обратно. Ну шикарно, 5 баллов. Вообще, я так рад этому факту. Готов к отжиманиям, да я-то всегда к ним готов, но тут тупо скучно. Мы ж тут всех уже убили. Кто тут нас может заставить отжиматься? А чё он тут еще шарится? Походу это еще не все, ребята. Не, вот. То, о чем я говорил. Видите, вот эта дверь была запечатана, вот он ее распечатал. Так, тут какой ключ нужен? Красненький. Я отошел на случай вот как раз вот такой вот. Так, значит разное. А вот он не в ключах лежит? Нет, он в разном. Золотой коготь, но это не оно. Вот, видимо, вот это вот оно. Так, и что тут за символы? Орел, блин, их не видно. Орел, два волка, да? Орел в серединке и два волка. Так, понятно, ну крутим. Значит, тут волк должен быть. Нет, не дракон. А волк. И здесь орел. Так, все, активировать. Сейчас должно открыть.
Давайте сохранимся. Фусрадах, парадах. Ой, что-то мне чуйка подсказывает, что сейчас меня бить будут. Твою мать. Можно я как бы изначально проверю тут всех? Так, ну вроде бы все, все убиты. Время пришло. Главное, чтобы с тылу никто не зашел. Я можно где-нибудь здесь в уголочке? Текс. Мы победили. Текс, мы снова победили. Фусрада, борода, борода, фусрада. Нахальный бард, умри. Ты кто, блин, мать твою, такой? Фурсради, он сказал. На, скотина! Король Олаф одноглазый. Так, у призраков единственное, что может быть, это вот, да, вот эти вот рубины и ожерельки. Так, тут где-то слово силы слышу. Ага. Что за слово силы? Слово силы, ярость. О, стремительный рывок. Ключ от сокровищницы Олафа. Так, а ну-ка, подожди, подожди, подожди. Это, конечно, все хорошо, а можно мне к реке? Так у меня есть душа драконов. А, вот, крыть, потратить душу. Вот, стремительный рывок, теперь у меня ярость. А ну-ка, давайте испытаем стремительный рывок. То он у меня был просто, а сейчас как он будет работать? Ну, он подальше работает, я так понял, да? То есть, правда, и кастуется подольше, но... Ништяк, чё, изучили второй этот, второй рывок. Нормально. Вот, я... Тут лежит кошелек или у меня глюки, но его, видимо, нельзя взять. Фусрада, борода, борода, фусрада. Так я этот замок и так открыл. Господи, чини нафиг. Стеклянная секира, фигня, можешь себе ее засунуть в очко. Так, давайте посмотрим, что тут.
Орочий боевой молот, тоже фигня. Стеклянный лук, фигня. Сыромятый шлем, ну вот золото чуть-чуть. Ладно, вот это вот обруч настоящего разрушения. Ля, это, кстати, не слабо обруч зачарен. Так, вот я так понимаю, выход, да? Да, видимо, эта тропинка сейчас нас приведет к выходу, да? Похоже на то. Да, вот он выход. Ладненько, ребятки, я тогда, пожалуй, на этом этот выпуск и закончу. Большущее всем спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык.